Государство стало, ну, в итоге судья встал на сторону государства и разрешил получение этой лицензии частной компании. Но теперь активисты должны заплатить 130 тысяч евро за судебные издержки. И они были бы рады подать апелляцию, но денег у них попросту не остается. Они просят другие мировые организации экологические оказать им поддержку, но пока поддержки нет. Вот эта компания сможет сохранить 170 миллионов тонн горнодобывающих отходов на дне фьорда, который называется, кстати, фьорд. И долго не думали, да? Да. И ежегодно они будут утилизировать по 4 миллиона тонн мусора. Экоактивисты говорят, что это очень плохо, потому что там и рыба проходит, там и место миграции лосося. Узкие проходы между скалами, я сейчас посмотрела. Да. Поэтому никто не знает, чем это закончится, но посмотрим. И Вашингтон. Возвращаясь к Вашингтону и Китаю и к противостоянию, Вашингтон опасается, что Пекин может опередить его и первым высадить своих астронавтов на Луне. Это 100%. Это пока мы так говорим, что это нейтральная территория, и можем покупать участки на Луне, да, виртуально в интернете, пока мы туда летать не можем. И как начнут там строить дома, тогда все поменяется. Небольшой перерыв, и мы сразу вернемся.